Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские полуботинки Дерби французского бренда Tendance. Верх сделан из натурального нубука из кожи теленка. Материал прочный и эластичный. Он устойчив к залому, а значит, полуботинки надолго сохранят свой первоначальный внешний вид. Нубук позволяет ногам дышать, при этом защищает их от ветра и холода. Винтажная обработка придала модели характер. Носок и пятка имеют гладкую фактуру, которая отлично смотрится на контрасте с матовым нубуком. Шнуровка регулирует посадку. Дерби легко надевать, когда шнурки развязаны, боковые детали свободно расходятся в стороны. Модель может подойти людям с разным подъемом стопы. Металлические люверсы защищают нубук от повреждений. Петелька на пятке поможет вам обуваться быстрее. Подкладка и стелька из натуральной кожи козы позволяют ногам дышать и меньше потеть. Кожа поддерживает здоровый микроклимат. Обувь безопасна и приятно носить в течение долгого времени. Подкладка бежевая, она не будет окрашивать ноги. Мягкая стелька амортизирует. Ноги в обуви будут меньше уставать. Резиновая подошва прочная и эластичная. Она не сотрется со временем, не боится влаги и проста в уходе. Подошва прошита, что делает обувь максимально прочной и долговечной. Даже прошитая подошва сохраняет гибкость и не мешает естественным движениям стопы при ходьбе. Контрастный шов подчеркивает рант, делая его выразительным. Полая камера в строении подошвы делает обувь легче и смягчает удары стопы при ходьбе. Небольшой каблук дарит стопе превосходную поддержку. Носить эту пару в стиле casual с нестрогими костюмами из мягких тканей. Их можно сочетать с укороченными брюками или джинсами и джемпером. Наслаждайтесь комфортом с вашими новыми полуботинками Tendance.